Должность сенатора от региона вновь занята. Отстаивать интересы Ивановской области на федеральном уровне сначала должен был Сергей Пахомов. Затем ходили слухи о назначении экс-губернатора Михаила Меня. В итоге в Совете Федерации Иванова представит почетный гражданин города, депутат облдумы 5 и 6 созыва Владимир Бочков. Владимир Иванович – член партии «Единая Россия». До 2013 года занимал должность гендиректора ООО «Совхоз Тепличный». В настоящее время Бочков – первый заместитель директора Кинешемской птицефабрики. Сам герой дня не стал комментировать почетное назначение. В облдуме, между тем, освободилось депутатское кресло.